Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы, как всегда, находитесь на канале, посвященном Канаде, всяким программам миграционным, всяким вообще жизни всякой Канаде. Короче, вот на канале, посвященном Канаде. Сегодня ролик полезный, он не связан с миграционными программами, поэтому кто-то из вас, кто жаждет именно знать только об миграционных программах, вот плейлист, заходите туда, там связанные программы, именно ролики, связанные, посвященные миграции. Так вот, сегодня мы с вами поговорим о теме, которая все-таки в принципе вам полезна будет. Сегодня мы сравним цены на продукты питания в Канаде и в России. Причем мы сравнивать будем не только стандартные какие-нибудь, типа риса, там, помидоров и там брокколи, да. Мы еще также посмотрим на сравнение цен между алкоголем. Вот. Как это все делается и что мы сейчас из этого получилось, давайте смотреть. Поехали. А, пока не щелкну пальцем. Подпишись на канал, поставь лайк. Ну, в крайних случаях, если ты реально крутой пацан, ты еще и колокольчик нажмешь вот здесь вот или здесь вот. Вот, и вообще будет все по красоте. Ставим лайки, подписываемся, поехали. Начнем с того, что многие из вас скажут, что продукты в Канаде дороже, продукты в Канаде дешевле. Но как же сравнить продукты, которые в Канаде, и продукты, которые в России? Я сделал все просто. Я нашел канадский Walmart. Это сетевой магазин типа нашего Метро, Cash & Carry который. И российский обычный магазин Пятерочка. Ой, Пятерочка. Перекресток, вру. Вот. И находил примерно одинаковые продукты. Ну, старался найти даже с граммовкой одинаковый, поэтому я реально очень долго этим занимался. Начнем. Начнем сначала с всего, чего любят дети. Чипсы. Сейчас поговорим о чипсах. Чипсы в Канаде, блин, их там разные виды, всякие вкусные, невкусные. Короче, дофига разных видов. Мы возьмем стандартные чипсы Pringles. Вот, в Канаде это $2.25 канадских центов, что в рублях 118 рублей. Объясню, я сейчас говорю, почему в долларах канадских, а потом в рублях. Потому что вы этот ролик можете посмотреть где-то через 2-3 месяца. Непонятно, что будет с курсом валют российского рубля. Поэтому вы просто берете эту сумму в долларах канадских и проверяете, сколько на сегодняшний день это в рублях. Так вот, чипсы Pringles в Канаде. $2.25. И в рублях это 118 рублей. Значит, такие же чипсы в России стоят 173 рубля. 1-0 в пользу Канады. У-ху! Дальше. Хлеб. Мы все любим хлеб. Хлеб – это прям всему голова. Так вот, в Канаде батон хлеба стоит $1.57 канадских центов, что в рублях в районе 82 рублей. Это все за хлеб, который в граммовке 600 грамм. В России такой хлеб стоит 49 рублей, но в граммовке 350 грамм. То есть, получается, в районе 100 рублей будет стоить 2 батона хлеба, как в Канаде один. Мы немножко проигрываем. 2-0 в пользу Канады. Куриная грудка. Как завещал наш великий и ужасный бодибилдер всея Руси Невский, едим грудки. Так вот, в Канаде 850 грамм куриной грудки будет стоить 11 канадских долларов, что в районе 577 рублей. В России же эта грудка будет стоить 239 рублей за килограмм. Ну вот видите, бодибилдерам лучше жить в России, поэтому 2-1. Все равно Канада пока ведет. Рис. Я люблю рис. Вот, значит, рис в Канаде стоит $4.67 канадских центов или в районе 245 рублей за 900 грамм. Такой же рис в России стоит 126 рублей за 900 грамм. 2-2. Ничья. Дальше. Помидоры. В Канаде помидоры стоят $4.34 канадских цента. Или 227 рублей за килограмм. Такие же помидоры в России стоят 229 рублей за килограмм. Канада побеждает. Дальше. Поговорим о лососе. Вы все любите рыбу. Кстати, если у вас аллергия на рыбу так же, как и у меня, ставьте лайк под этот ролик. И опишите, напишите обязательно. Я просто не могу есть рыбу. Я съем рыбу, надуваюсь и падаю, и умираю. Вот.
Лосось в Канаде стоит 28 долларов 59 канадских цента или 1500 рублей за килограмм. Такой же лосось в России стоит 1999 рублей за килограмм. В Канаде лосось дешевле. Дальше, брокколи. В Канаде очень странная ситуация. Я сколько не искал в разных магазинах в Канаде. Я в Walmart зашел, посмотрел, хрень какая-то. Короче, там продается по пучкам. По пучкам. То есть одна ветка брокколи стоит в районе 3 канадских долларов. Что в переводе на рубли на сегодняшний момент стоит 157 рублей за ветку, за пучок брокколи. В России же брокколи за килограмм. Поэтому в России за килограмм брокколи надо отдать 319 рублей. Ну, кто тут выиграл, кто проиграл, я не знаю, потому что я не могу сказать, сколько пучков брокколи в килограмм влазит. В общем, ничья, посчитаем. Кока-кола. Все любят кока-колу, особенно с Джек Дэниелсом. Кстати, смотри ролик дальше, ты узнаешь, сколько разница в цене Джек Дэниелса. Так, кока-кола в Канаде стоит 1 доллар 97 канадских центов. Или в районе 103 рублей за 2 литра. Такая же кока-кола в России стоит 83 рубля за 2 литра. Молоко. 3,2% жирности. В Канаде молоко 3,2% жирности стоит 4 доллара 78 центов канадских. Или в районе 250 рублей. Такое же молоко в России стоит 97 рублей. Россия выигрывает, пацаны. Дальше. Сливочное масло. В Канаде сливочное масло стоит 4 доллара 47 центов канадских или в районе 234 рублей. В России же такое же масло стоит 367 рублей. Яйца. Яйца в Канаде стоят 2 доллара 64 канадских цента за 12 штук. В рубли это переводится 138 рублей. В России такие же яйца, то есть 12 штук, стоят 84 рубля. Сахар. В Канаде сахар стоит 2 доллара 37 канадских центов или 124 рубля. В России килограмм такого же сахара будет стоить 33 рубля. Мука. Мука в Канаде стоит 2 доллара 47 канадских центов или 130 рублей в пересчете на рубли на сегодняшний день. В России такая же мука стоит 77 рублей. Огурцы. 6 огурцов в Канаде стоит 2 доллара 97 канадских центов или 156 рублей. В России 6 таких же огурцов стоит 175 рублей. Мы приходим к самому главному, ребятки, к алкоголю. Я посчитал, что несправедливо считать алкоголь, который производится в Канаде. Он логично будет, ну, типа, дороже в России, чем в Канаде. Поэтому мы начнем с водки столичной. Кстати, очень странная ситуация, вот я по себе сужу. В Канаде пьют водку столичную. Ту водку столичную, которую у нас покупают в магазинах, ей и полы протирают. То есть, ну, я реально ее как дезинфекцию использую. В Канаде же это прям целая мода на столичную водку. Столичная водка есть обычная, есть со всякими вкусами. Как, знаете, как водка Абсолют. Миллион разных вкусов столичной водки. Самое интересное, что данная водка – это бренд уже. Это не просто какой-то там наша водка. Это прям огромный бренд, который прям в Канаде очень чтят. Самое интересное, что она делается в Латвии. То есть она не в России делается. Та водка столичная, которая попадает в Канаду, она делается в Латвии. Так вот, водка столичная в Канаде стоит 29 канадских долларов. Или перерасчете на рубли стоит 1521 рубль. Водка столичная, которая продается в России, стоит 359 рублей. Парам-парам-пам-пам. Россия побеждает. Я думаю, не надо никуда ехать. Столичная водка 359 рублей. Камон, ребята, остаемся. Господи, зачем вы все эти Канады? Вот, дальше. Давайте поговорим о пиве. Пиво Бад. Стандартное пиво, которое есть и как и в Канаде, и у нас, в общем, наше пиво Бад делается, мне кажется, на заводах в России, их пиво Бад делается на заводах в Америке. Но неважно. Значит, за одну бутылку пива Бад в Канаде ты заплатишь 4 доллара 0,9 канадских центов. Или в пересчете на рубли 214 рублей за бутылку. Такая же бутылка пива в России стоит 123 рубля за бутылку. У-ху! Мы ведем. Все, вы сейчас скажете, ну это несправедливо. Почему? Потому что это американское пиво, что-то вообще это как-то нечестно. Нечестно это как-то. Давайте поговорим о Балтике Семерке. Да, Балтика Семерки в Канаде продается. Я когда первый раз зашел в магазин Лосельбио, это магазин, в
котором можно покупать алкоголь на территории Онтарио. Не во всех магазинах в Канаде можно покупать алкоголь свободно. Есть бирсторы, где можешь купить только пиво, как ты понял из названия. Есть LCBO в Онтарио. Это магазин, посвященный только алкоголю. Потому что у них очень сильно следят за тем, чтобы несовершеннолетние не употребляли алкоголь. Самое интересное, если ты купил алкоголь и отдал его несовершеннолетнему, это статья. Тебе, во-первых, штраф, тебе, во-вторых, можно в суд, то есть большой-большой-большой штраф, и еще ты, скорее всего, поедешь немножко посидеть в тюрьме, подумать о жизни. Так делать нельзя. Если, не дай бог, бармен в Канаде налил ребенку алкоголь, там вообще просто изнасилуют, так сказать, весь бар и бармена в частности. Ладно, это я что-то от темы уже ушел. Так вот, пиво «Балтика» в Канаде стоит 3 канадских доллара за бутылку. В переводе на рубли это 157 рублей на сегодняшний день. Такая же бутылка пива «Балтики семерки» стоит 91 рубль в России. Я попытался найти именно экспортное. То есть есть «Балтика» обычная, как я понял, а есть «Балтика» экспортная. Так вот, в Канаде продается экспортная «Балтика». Я нашел цену этой «Балтики» экспортной в России. Вот вы это все видите сейчас на экране. Ну и заключением к этому всему делу мы так пошлифуем, мы поговорим о самом распространенном американском алкоголе, который есть везде. Вы еще в 2007, господи, верни мне мой 2007, все ребятки, которые катались на скейтах, которые тусили, они все фотографировались с этой бутылкой. Вы все прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Я сейчас говорю о Джек Дэниелсе. Это просто мода, это модный раскрученный бренд. Я бы о нем вспомнил, думаю, дай-ка посмотрю разницу. Так вот, в Канаде бутылка Джек Дэниелса будет стоить 35 долларов 15 канадских центов. Или в рублях 1844 рубля. Такая же бутылка Джек Дэниелса в России будет стоить 1815 рублей за бутылку. Это еще по маленьким ценам смотрю. Это нашел, что самый, ну, как бы самый дешевый. Возможно, это вообще какой-нибудь суррогат. Я надеюсь, что нет. Вот, ребятки, такой ролик, знаете, он более позитивно веселый, и он как бы даст вам понимание о ценах образования в Канаде и ценообразования в России. Но вы можете сказать, что некоторые вещи в Канаде более дорогие, чем в России, но средняя зарплата по Канаде, она выше все-таки, чем средняя зарплата по России, поэтому одно компенсируется другим. Я надеюсь, ролик был полезный. Если он был полезный, вы все-таки на канал подпишитесь, лайк поставьте. Кстати, не забываем, у меня на втором канале иногда проходят конкурсы по розыгрышу резюме. Первый розыгрыш уже был, вот если вы в нем участвовали, зайдите, посмотрите. До скорых встреч, ребятки, пока. А, да, подписывайтесь на второй канал тоже, ставим там лайки, там много будет интересного. Теперь пока.